Он плюхнулся в воду! Ну-ка, всплывай! А качели-то где? О, где он? Куда делся? Ну-ка, всплывай, акула! Ребята, всем привет! С вами Машины и Машинки! Посмотрите, как тут нас поживает затерянный город! Мы можем кое-что построить! Ух ты, ух ты! Мы обязательно построим! Давайте с этого и начнем! Отстроим, наконец-то, мосты! Анжела, строй! Премиум мост! Ух ты, какой красивый премиум мост! Конечно, мы возьмем премиум! Вау! Мне это нравится! Мы уже прошли, ну, не очень большой, но я думаю, значительный путь к построению нашего затерянного города. А вот у нас наш скакалкин. Вы только посмотрите на него! Что это он тут раскакался? Сделай нам трюк, скакалкин! Ты похож на утенка, а значит, мы тебя любим и обожаем вместе с подписчиками канала Машины Машинки. Как тут поживает Драконья гора? Вау! Там утенок! Что это с ним? Он плюхнулся в воду! Ну-ка, всплывай! Он всплыл. И еще раз сделаем этот трюк. Так, плюх. А вот тут у нас Том. Прикольненько. Том, плюхнись в воду. Утенок, тоже плюхнись в воду. Мне так это все нравится. Это так весело. Ух ты, а вот наш банан, ребята. Наши подписчики пишут в комментариях, что любят этого банана. Ух ты, а вот Том на розовом круге надо мной. А тут никого нет. А зато тут у нас ходит наш Том в зеленом костюмчике. Вау, это тоже Том. Что-то нам только Томы на кругах попадаются. Но мне, в принципе, тут все очень нравится. Ух ты, вот наша королева. А вот морковка. Кстати, ребята в комментариях пишут, что морковка это овощ, а не фрукт. Я знаю, что это овощ. Зачем они так пишут, я не знаю. Ух ты, тут Анжела у нас в водичке. А тут Анжела на трамплинчике. Ребята, а не пора ли нам играть в 283 уровень? Что тут придумали нам? Ну, попробуем мы разобраться. Нужно нажать на кнопочку. Нажали? Или не нажали? Что происходит? Нужно нажать на кнопку. Так, плюм, и хенка лопнули. И на кнопку нажали. Ух ты, желтая труба засветилась. Попробуем туда Джинджера отправить. Я думаю, это точно супер. А давайте Анджелу. О, смотрите, что мы можем сделать. Выстрелить Анджелу и сразу в другой бассейн. Оказывается, у нас тут мало ходов. Сейчас, сейчас. Вау, лопнули мы Бена и Анджелу. Ура! Уровень завершен, а мы получили золотой ключик. Кто тут у нас на зиплайне катается? Анжела! Плюх в водичку! Ух ты, смотрите! Анжела тут на синем круге. Плюх! Где тут еще кто на кругах? Сейчас будем всех плюхать. Ребята, напишите в комментариях, вы тоже любите так играть с персонажиками? Я вот просто обожаю. Мне это очень кажется забавным и веселым занятием. Плюх в водичку. Здоровски. Еще раз плюх в водичку. Ух ты, то морковочка. Как же мы скучали по тебе, ребята. Что-то мы давно не играли в бассейн говорящего Тома. И я так соскучилась. Ух ты, а вот наш спасатель. А вот утенок. Утенок. Передай привет всем-всем-всем нашим подписчикам. Это бы он так передал привет, если бы он мог это сделать. О, почему здесь никто не купается? А здесь будет кто-нибудь с кругами или нет? Ну, посмотрим, будем наблюдать. И может быть и тут кто-нибудь с кругами будет. А вот наш телевизор. Ну-ка, показывай нам мультики. Показывай канал Машины Машинки. А мы идем в 284 уровень играться. Ух ты, как прикольно! Я даже...
даже знаю, с чего начну. Так, Тома, отправлю, пусть кто-нибудь съест перчик и устроит нам тут переполох. Лопайся, Том. И Анджела, давай. Как так? Я думала, на этом ходу уже лопнем ее. Но у нас еще один есть. Так, плюх, ура! Уровень завершен. Ключик, ключик, золотой ключик. Ух ты, смотрите, тут у нас Хэнк. Потерянный город и недостроен, но это не мешает нашим персонажикам смешно плюхаться в воду и уже купаться. Какой красивый все-таки мост, он прям царский. Энджела! Ух ты, какие трюки тут Бен умеет делать. Привет, Том, привет, Хэнк. У меня отличное настроение, потому что мы сегодня играем в аквапарк Тома с подписчиками канала Маши на машинке. А как это может не радовать? Анджела Фея! Ребята, у нас тут прибавилось персонажиков. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой ваш любимый. Может, кто-то полюбил сильно-сильно вот эту королеву? Смотрите, какая у нее красивая корона. Мне она нравится. Если вы ее полюбили сильно, пишите в комментариях. Мне нравится Анджела Королева. А кто также предан Тому Утенку, пишите в комментариях, мне нравится Том Утенок. Потому что, ну, я не знаю мимимишнее персонажа, чем Том Утенок. Мимимишный утенок, утя-утя. Том Морковка тоже классный. А еще у нас тут Хэнк Банан есть. Кто-то из подписчиков писал, что его любят. Да, мне тоже он нравится. А вот у нас волшебник, смотрите, на какой он летающей штуке. И трюки классные делает. Нравится Хэнк, волшебник? А вот подарочек! Кто любит получать подарки, пишите. Мой любимый персонаж Том Подарок! А вот наша королева куда собралась? Пока не знаем. Ух ты, Хэнк, плюх водичку! И на этой счастливой ноте пойдем в 285 уровень. Ну, Хэнк, лопайся! Ух ты, он в мыльный пузырик попал. Сейчас мы лопнем мыльный пузырик. О, смотрите. Ой, ну я не хотела его отпускать. Ладно, будет Томом легче их лопнуть. Какой-то у нас прям неразбериха получился. Но сейчас мы... Давайте возьмем единорога. Да, вот сейчас всех вот тут лопнем. Ух ты, здоровски. У нас что, остались только джинджеры? Тогда возьмем ракеты и полетим в следующий бассейн. Какая странная форма у бассейна. Я даже не могу придумать, что он мне может напоминать. Ребята, если вам он что-то напоминает, напишите. Потому что мне кажется, он похож на какой-то сапог. Или что это вообще? Кто догадался, напишите. Я прочитаю, будет интереснее. Ой-ой-ой. Вот пружинки почему-то мне не помогают. Мне они никогда не помогают. Не знаю, как вам, но мне они, кажется, только мешают. А вообще их сделали, чтобы они помогали, наверное. Да? Ура! Может, сейчас помогли? Ну, как-то я не поняла. А мы завершили уровень. Ключик, ключик у нас. Мы тут можем что-то построить. Опять мосты? Как же на этом острове грязно. Давай уберем его. Ну-ну, я подумаю. Давай посадим здесь дерево и сделаем на нем качели. Вау! Это получше. Хочу качели. На дереве. Ну, давайте вот такой желтенькой подставкой, такой золотистой. Ну, все тут такое золотистое получается. Ух ты, а где качели? А качели-то где? А, качели будут потом, наверное. Эх. Хочу качели на дереве. Вот же весело. Персонажики будут кататься там. Только главное, чтобы мы быстрее все это достроили. А где утенок? Вот утенок! Как быстро мы его сегодня нашли. Он от нас не прячется. Прикольно. Поищем Хэнка Банана. О, акула! Посмотрите! Плюх! Где он? Куда делся? Ну-ка, всплывай, акула! Всплыл. Конечно, он всплыл. Наши персонажики отлично умеют плавать. Ребята, а вы умеете плавать?
напишите в комментариях. Вот я так и не научилась плавать пока. Ну, думаю, научусь. Я немного плыву, а потом все, дальше не плыву. Эй, спасатель! Пойдем спасать наших персонажиков! Скорей, скорей, спасаем всех! Ну, давайте поиграем. 286 уровень. Скоро 300-й юбилейный уровень будет у нас. Джинджер, ешь перчик. Ты чего застрял? Джинджер, так нечестно. Давайте пусть Хэм съест перчик. Ух ты! Супер. Я тоже думаю, супер. У нас 3 хода осталось, поэтому мы возьмем единорога. Кого бы только запустить? Вот попробуем отсюда. Ну, неплохо, неплохо. 2 хода, надеюсь, мы сможем. Тома лопнуть. И, Анжела, как бы тебя лопнуть? Опа, получилось! Ура! Еще один ключик у нас. Да, ребята, с аквапарком Тома, с бассейном Тома не соскучишься. Это всегда весело и прикольно. Ух ты, тут там у нас ходит в этих развалинах. Как же жалко на них смотреть. Охота достроить уже всего. Давайте еще в один уровень сыграем, чтобы еще ключик получить сразу. А потом посмотрим, где там у нас утенок. Ух ты, какой уровень сложный. 3 бассейна. Попробуем справиться с ними. Анжела, лопайся. Вот это переполох. Я знаю, что сейчас буду делать. Дождемся. Опа! Классно! Фу, я, кажется, разобралась, как эта штука, насос, как этот работает. Там у нас перчик. Здесь у нас много томов. Возьмем так Хэнка, сделаем. Он лопнул, даже до перчика не долетел. Значит, Тома запустим. Вау! Классно! Я думаю, так и было задумано, да. А теперь Хэнка запустим. Ура, разбили мы лед. Между Хэнками растаял лед. И мы летим в следующий бассейн. Надо разморозить кнопку, да? Сейчас, сейчас. Все. Ой, мы что, опять на нее нажали? Как так случилось? Анжела, лопайся. Она опять нажала на кнопку. Не нравится мне этот бассейн. Хочу единорога взять. Да, ребята, единороги облегчают намного все. Здесь всех лопнем сейчас. Опа. О, а здесь уже легко. Так, Бена лопнем. Тома, где другом? Вот Тома. Хотя у нас ходы еще есть, поэтому попробуем Тома доставить куда нужно. Плюм! Нет, 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 в другую сторону, Томчик! Ура! Еще один. Вот. И мы получаем ключик. Как же здорово получать ключики. Зиплайн, зиплайн, кто там? Ух ты, Анжела, вот это ж прыжок, здоровски. Смотрите, а вот у нас Хэнк, а, это Том и Анжела плывут к берегам. Что тут интересного происходит в нашем бассейне? Хэнк, плюхайся. Мы его намочили, он не хотел, наверное, мочиться, а мы его все равно намочили. Ой, а тут у нас Том лежит. А вот Хэнк, плюх в воду, желтый круг мне нравится. Мне кажется, мой самый любимый круг, это круг желтого цвета. Я люблю желтый, он яркий. А какой, ребята, у вас любимый цвет? Расскажите мне в комментариях. Телевизор. Анжела, на реактивном ранце она катается. Ух ты, акулы. Давайте зайдем в нашу пиратскую бухту. О, тут тоже персонажики на кругах надувных. Плюх в воду. И еще разок, сейчас их плюхну. Космонавтик, плюх. Здоровски, как же это всегда весело. О, у нас тут Том. Помаши, пожалуйста, рукой нашим подписчикам. Том.
Ну, помашу им лапкой, Том. А мы пока тут ждем, когда нас увидит Том, попереворачиваем других персонажиков. Том нас не замечает. А мы пойдем в 288 уровень. Ну что, ребята? Ух ты, какие тут пружинки со звездочками. Что это значит? Ух ты. А, это значит, что ее можно один раз нажать и все? Странно. Вау, здорово получается. Остается только у нас Бэм. Плюх, лапнули. И Джинджер. Сейчас долетим до Джинджера. Ура! Урашеньки! Ура! Уровень-то завершен. Ключик наш. Вау! Мы тут что-то можем построить. Эй, там подарочек. Сейчас, кажется, уберемся. Как же на этом острове грязно. Давай уберем его. Давай, Хэнк, убирай на остров. Наконец-то весь мусор отсюда вывезли. Стой, стой! Он не весь выбрал мусор. Морозный Майк. Ха-ха, какой он клёвый. Морозный Майк. Кажется, кто-то похожий у нас уже был, ребята. А как же эта сторона? Это что за отдельные ключики все вывозить? Какой у нас хитрый Хэнк был. Он говорит, остров грязный. Почему он не весь мусор убрал? Ух ты, утенок! Скучал по нам, да? Пока мы тут уровни проходим, он по нам скучает. Эй, утенок, плюх водичку. Как же забавно плюхаться с утенком в воду. Он выплыл, а мы его опять плюхнем. Опачки, вот так. Где там наш новый персонажик? Куда он удрал? Вот он, что он умеет? Он прыгает и падает на эту вывеску с мороженым. Он просто рекламирует это мороженое. Хм, ну здорово, значит он здесь работает. Я хочу утенка дальше. Так, клац-клац, он водичку плюх. Утенок, всплывай. Эй, утенок, ты куда делся? Только круги на воде остались от тебя. Давай всплывай, утя-утя. Опачки, плюх в воду. Весело. 289 уровень. Мы должны сейчас пройти. А, я знаю, мы уберем. Лапнули. Тут у нас есть перчик. Но с ним нужно быть осторожным. Я даже не представляю, что он может сделать, если неосторожно его взять. Ой, он всех разделил. Но зато у нас осталось 2 Джинджера и 3 Бена. И Бен летит в следующий бассейн. Здесь тоже есть перчик. Только нужно его в правильный момент взять. Опа! Ну, их стало меньше. Их стало гораздо меньше. И это радует! Вау! Как мы одним ударом убрали всех Бенов. Сейчас также бы Хэнков. Опа! А теперь Тома! Здоровски! А Джинджер у нас полетит на ракете. Привет, подписчики! Говорит Джинджер, пока летел на этих ракетах. Ключик, ключик! Как я радуюсь каждому ключику, ведь мы строим наш аквапарк! Наши бассейны, наши новые миры. О, смотрите, где утенок! Он тут сам по себе плавает и катается! Ну что, ребята, пришло время прощаться с вами. И с Томом утенком. Но мы скоро встретимся. Смотрите видео на канале Машины Машинки. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И подписывайтесь, кто еще не подписан. Разве такие есть? Ну, всем пока. Желаем солнечного настроения.